Эхей, всем здорово, чуваки, с вами как всегда на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в City Skyline. И сегодня мы с вами продолжим развивать вот такой наш курортный огромнейший город. Смотрите, он уже у нас достаточно расстроился так. Я пропустил немножечко времени, чтобы наши дома построились, чтобы уже далее можно было смотреть, каких сфер услуг нам не хватает. Вот, собственно, мы можем сейчас понаблюдать, как все у нас великолепно выглядит. Мне очень нравится этот город. Прям сначала мне нравился вот этот город, не нравился этот. Теперь мне вот эти два города так себе, а вот этот прям на первом месте по вахвах, да. Ну и сегодня нам надо будет решить такую проблему, как пробки, которые у нас начали образовываться ввиду того, что все-таки люди поехали сюда. Да, то есть они ищут более короткие пути, соответственно, они срезают, заезжают сюда через вот эти все сферы, поля наши, чтобы попасть к себе домой. То есть пока вот этой вот развязочкой они, к сожалению, пользуются плохо. Я ее немножечко тоже тут улучшил. То есть я говорил в прошлой серии, что мне там не нравились слишком крутые склоны, я тут подзапарился, так, знаете, наверное, даже не минут 5, не 10, так минут 20, наверное, даже потратил времени, чтобы сделать их более мягкими, то есть они смотрятся теперь просто великолепно. Я думаю, в будущем эта развязка все-таки будет пользоваться спросом. Ну и тут я тоже сначала пустил сюда вот этот подъем, да, чтобы люди, получается, поднимались на круг и опять съезжали. Потом подумал, блин, ну как-то не очень выглядит. Зачем вот сюда подниматься, вот маленький участок тут преодолевать. То есть, получается, подъем вот где-то бы у нас вот здесь вот находился. И то есть они вот так заезжают и опять съезжают. Я решил сделать отдельный выезд, то есть съезжаешь на двухстороннюю, на одностороннюю двухполосную дорогу и просто спокойненько выезжаешь за город. Вот и все. Зачем париться? Вот так все легко. Ну и тут я тоже сделал два разветвления, то есть, соответственно, сюда мы поехали в частный райончик с частными домами. Тут мы поедем в центр, да, то есть тоже вот в наши зоны всякие, там рабочие зоны отдыха. Тут уже люди, смотрите, прям активно у нас ездят. Я тут поставил несколько парковочек. Правда, они не очень ровно, конечно, смотрятся. Ну ладно, в принципе, потом, если что, сильно будут мозолить глаза, все это можно будет подровнять и выровнять. Я в основном такими вот всякими мелочью занимаюсь вне записи, чтобы не тратить на это слишком много времени. Ну и тут тоже у нас вот что как образовывается. То есть вот, единственное, мне вот не нравится этот подъем тоже. Как-то вот пляж так смотрелся намного лучше, когда до того, как тут у нас появились дома. Может быть, в будущем мы их, конечно, отсюда уберем и сделаем какую-то более красивую набережную, посмотрим. А мне просто... И вот тут тоже самое, аналогичная ситуация. То есть они строятся, и у нас берег немножечко поднимается. Ну и тут у нас тоже появляются потихонечку дома. Вот тоже такой небольшой пригород у нас здесь образовывается. Такая у нас дорожечка. Тут люди приезжают, частные дома. Тут какие-то развлекаловки, там пряники, бублики, ватрушки продаются. Ну что ж, да. Ну а нам сейчас надо вот вернуться на минут 10 сюда и подумать, какую развязку нам тут сделать. Ну, я так подумал, что скорее всего вот здесь придется вот какую-то круговую нам нарисовать, откуда машины уже будут разъезжать в разные стороны. Ну и сюда уже пустить одну дорогу. Не две односторонних, а одну общую, большую. Вот как вот здесь, наподобие чего-то такого. То есть смотрите, какие у нас пробки образуются. Просто жесть. Давайте мы это сейчас убираем. Единственное, у нас тут автобусные линии пострадают. Придется заново все это дело проводить. Ну ладно. Ради того, чтобы избавиться от пробок, я готов на это. Так, выбираем мы с вами, получается, трехстороннюю, я думаю, закрытую вот такую. Подождите, где она у нас? Вот она. Так, и получается, надо нарисовать круг. Давайте, наверное, вот этот участок тоже немножечко снесем. Ну, я думаю, они потом не сильно будут в обиде на меня. Так, круг. А, тут надо много чего поубирать. Извиняйте. Так, вот этот съезд мы тоже убираем, дабы он глаза нам не мозолил. И так, как нам все это дело сделать? Может быть, просто круг вот такой сделать и не париться сейчас. Один общий вот такой вот сюда вписать нам.
много чего мешает. Так, так, так. Ну, я думаю, это все быстро застроится. Давайте все вот так вот. Тут не долбаться тут с рисованием. Ну-ка. Сейчас, по идее, должен встать сюда. Вот так вот. Вот, в принципе. Но, единственное, его надо чуточку ниже. Чуточку ниже. Как нам его сделать? Убрать вот эти части сейчас. Эти части убираем. Вот тут вот он, самое вот идеальное место получается у нас. Самое идеальное место. А дороги мешает нам. Очень ужасно. Не продумал, да, я вот этот момент по поводу того, что здесь могут пробки образовываться. Так. Вот так, если... Вот так вот, все. Решились мы. Вот. Все, теперь нам надо соединить наши дороги. Так, это сюда. А чё она не хочет? Чему? Расскажите. Так, а если вот так тогда сделать? И тут тоже проблема, да? Что-то с соединением у нас вырисовывается. Ну-ка, без привязок сейчас попробуем. Без привязок. Вот так все нормально ложится тут. Вот. И просто теперь это все прокачать останется нам. Итак, друзья, вот она. Наконец-таки появилась наша развязочка. Сейчас мы теперь все это дело приведем обратно в порядок, как было. Очень долго не хотели у нас рисоваться круги эти. Почему-то постоянно у нас образовывалась какая-то яма возле дорог. Какие-то спады, подъемы. Но, в общем-то, путем выравнивания местности, наконец-таки удалось добиться желаемого результата. И мне даже кажется, у нас даже больше мест стало для всех наших ферм здесь. Вроде как. Но там будет видно, да? Так, вот эту. Давайте область еще покрасим. Кусочек. Так, все. Машины у нас поехали. Да, давайте смотреть, что у нас тут теперь образовывается. Я так понимаю, надо здесь нам указать все наши повороты, развороты, то есть так, ты сюда поворачиваешь, ты сюда, это вот прямо только, потом сюда тоже, нет, это вот сюда и сюда. Так, теперь тут прямо. Поворот. Вот так вот. Будем надеяться, что все у нас тут сейчас разъедется. Так, вот это, подождите, вот эти вот области мы убираем, они нам не нужны здесь. Тут тоже кусок не нужен. Так, смотрим, все ли мы закрасили. Вроде все. А, вроде... Так, с электричеством какие-то проблемы у нас нарисовались. Ага, вижу. Сейчас соединим. А здесь что случилось? Подождите, вроде снабжение аж есть. А, вот этот участочек довести. Странно, вроде все хорошо подпитывалось. Все, восстановили проблему. Так, ну ладно, там мы разобрались, давайте мы теперь займемся нашим городом. Здесь нам понадобятся определенно какие-то тоже развязки своего рода.
И надо подумать, где они нам понадобятся. Где у нас могут... Я думаю, вот тут вот в центре обязательно какая-то нам развязка понадобится. А какую развязку можно будет поставить? Либо что-то свое опять рисовать, да? Либо, может, что-нибудь из готовенького. Там была у меня такая маленькая интересная. Мне прям все ее хотел где-то применить. А, здесь она не подойдет, к сожалению. Разочарую. Есть вот такая еще. И вот такая тоже. С всякими переездами, да? В общем, где-то ее можно будет применить. Хотя она очень неудобная в плане того, что если вдруг будем кидать где-то трамвай или метро, то с ней будут проблемы. Что тут у нас? Лес горит. Странно. Тут потом, я же говорил, где-то у нас будет аэропорт. Соединим. Я вот провел, соединил две части города, чтобы машины уже могли ездить, пользоваться. Тут потом все организуем более правильно и красиво. Ну что ж, давайте перейдем. Для того, чтобы у нас появились потребности в жилых зонах, надо все-таки устроить часть населения уже наработанным. Давайте мы вот тут вот сейчас, вот это у нас, наверное, пойдет основная дорога. То есть нарисуем, как она у нас сюда пойдет. Вот так вот, допустим. Склон, да, образовался. Такой нехилый причем склон. Ну и тогда парочку мы съездов сделаем сюда. Раз, и тут, допустим, будет у нас второй съезд. Все, заезжайте. Оно сейчас все выровняется, я думаю, само по себе. Так, вот эту зону пустим под коммерцию, в центр, да, уже полностью. Давайте мы тут еще парочку дорог нарисуем. Или пока не будем спешить, давайте вот тут вот тоже решим все-таки. Может быть, кстати, здесь придется нам еще один круг сделать, а может быть и не придется. Может быть, все отлично будет. Возьмем вот так вот и... Вот где-то вот отсюда поведем, отсюда вот такую. Не знаю зачем, но мне кажется, лучше пускай вот город у нас не будет квадратный, как вот здесь. Это у нас весь в квадрате. Как-то вот так, чтобы улицы были немножечко всякие интересные у нас. И вот здесь, допустим, пустим еще. То есть мы сейчас чертим с вами, по сути, наши основные дороги. Планируем, да? Так, здесь мы с вами поставим круг. Круг. Которого будем отталкиваться. Допустим, вот так вот. Там мы все убираем. Прокачиваем все это дело. Хотя, наверное, надо другую. Тут нам не двухсторонняя, по идее, нужна односторонняя. Сколько полос? Три полосы. А, три полосы подойдет нам. И сюда, получается, мы приведем. Вот так вот. Раз. И сюда. Два. И вот тут вот так вот сделаем. Так, хорошо. Так, и вот тут мы какой-то сейчас спальный район организуем. Сейчас подумаем, как его организуем.
Либо вот здесь вот, потому что тут вроде как у нас неподходящее место все-таки для этого дела. Так, раз сюда. А давайте вот так вот мы сделаем. Подождите. Ну-ка, сейчас попробуем. Наверное, лучше отсюда взять круговую. Интересно получается. Неровно единственное немного круг, ну хотя. Ладно. Там у нас тут, в принципе, и неровные дороги, если на то пошло, чтобы он был ровный. Так, чтобы не соприкасались у нас застройки. Будущее, вот так вот. Так, вот эту мы дорогу немножечко сейчас улучшим. Сразу, да? Все-таки она центральная пойдет у нас. Так, вот сюда как-нибудь можем под мост ее завести, интересно. Никак. А, вот здесь можно. Но я не уверен, что именно вот это зайдет. Да. Ну-ка. Я думаю, здесь не надо, в принципе. Стоим как есть.
И вот сюда мы тогда придем. Так. Не знаю, что у нас из этого получится, конечно. Какая-то просто вакханалия получается. Просто жесткая. Причем там что-то начертили, расчертили. Так, тут, не знаю, тут надо что-то соединить обязательно. Какие-то улицы, да, все-таки. Чтобы были. Нельзя их оставлять без переезда. Хотя бы вот таким вот. Так, ну, с той частью мы с вами разобрались, вот, распланировали. И там я примерно понимаю уже, что там у нас может быть. А, там у нас, скорее всего, пойдет рабочий район. Это у нас будет район жилой. Этот у нас, получается, полностью коммерция уголок. Это у нас тоже рабочий район будет. Но там дальше посмотрим. Так. Еще плюс надо, чтобы у нас все эти поликлиники тут стали. Давайте мы, наверное, начнем потихонечку закрашивать, чтобы уже видеть, что, кто и как сюда будет заезжать. Так, это красим. Эту часть тоже красим. Вот как-то так. Вот эту мы закрашиваем еще. Так, тут лучше заливочкой уже пошли пойти нам. Так, а здесь у нас вот эти вот районы пойдут. Вот так вот. Так, и вот здесь то же самое. Вдоль двух дорог кинем вот это все дело. Кстати, удивлен, почему здесь все не покрасилось. Точнее, не полностью. Они как-то вот въехались в эти части. Сюда продолжим жилую часть полностью. Вот так вот. Здесь коммерция. Такой торговый район.
Так, здесь надо думать теперь, как у нас дальше тут все пойдет. Так, и здесь сделаем вот такой вот проезд. Такая круговая система у нас какая-то интересная получилась. Будем надеяться, что она будет работать нормально у нас. Потихонечку застраивается у нас коммерция, но смотрю, прям в коммерции потребность все растет и растет, самое что интересно. Им все мало коммерции. Вот так вот сделаем, соединим, да? Въезды. Какой-то у нас здесь мост образовался. Так, и вот здесь участок. Как мы его реализуем тут? Полукругом, скорее всего, реализуем его. С таким вот, наверное, выходом сюда. Так, и здесь. Ну, здесь можно просто ровную положить. Так, давайте теперь смотрим, что мы будем тут красить. Так, сюда коммерция у нас пойдет. Ну, вдоль берега коммерция. Вот это вот. Они не издают шум, эти строения у нас. Поэтому можно вот так вот
Это дома будут. Вот таким вот образом. Так, что еще осталось? Теперь вот тут область у нас. Вот. Полностью мы застроили наш город. Вот так вот. Еще один сделаю, соединю их райончики. То есть у нас есть две основных, в принципе. Там въезд у нас есть. Все, ну теперь надо, чтобы это все только заселилось у нас. Да, ну и, соответственно, как же быть без поликлиник нам? Они как раз таки у нас самые большие. Так, пожарную часть, она чуть поменьше. Смотрите, все охватываем, да? Тут вот центр можно ими. Вот так вот. Полицейский участок. Вот здесь. Теперь по поводу школ. Так, здесь нам школы, в принципе, не нужны. Вот здесь у нас раз школа будет. И здесь вторая. Третья. Факультет еще надо построить. И университет один еще вписать. Вот его будет сложненько куда-то вставить, да? А, ну вот тут вот. Пускай он тут находится. Так, факультет. У нас тут будет находиться. Давайте сюда еще факультет поставим. У нас здесь, кстати, нет факультетов.
Так, куда его тут вместить-то? Чтоб по минимуму здание снести. Давайте вот здесь его поставим. Так, медицина есть, нету парков. Теперь с парками разобраться еще. Разобраться с парками и все готово называется. Давайте здесь у нас будет парк один. А на этом наше видео сегодня подошло к концу. С вами, как всегда, на связи был Брайан. С вас подписочка и лайкусик, чтобы не пропустить новое прохождение. Всем удачи, друзья, и увидимся на новом видео.